2 октября Центральный районный суд города Твери. Продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего конкурсного управляющего санатория «Верхний Бор», получившего, по мнению следствия, 1 миллион рублей за содействие в реализации недвижимого имущества общества, находящегося в процедуре банкротства. Теперь уже подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Расследованием уголовного дела по статье 204 с части 8 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» занимались следователи Московского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета. Установлено, что в апреле 2018 года обвиняемый получил от мужчины, действующего в рамках оперативного эксперимента, в качестве коммерческого подкупа 1 миллион рублей за оказание содействия и создание благоприятных условий для реализации в пользу последнего недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью санатория «Верхний Бор», находящегося в процедуре банкротства. В момент получения денежных средств конкурсный управляющий был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. 2 октября состоялись судебные прения сторон. По нашим данным, защита подсудимого просит переквалифицировать дело с коммерческого подкупа на покушение на мошенничество. Оглашение приговора ожидается в пятницу, 4 октября.